Jayarada Madhava Kunjabhidhari Jayarada Madhava Kunjabhidhari Jayarada Madhava Kunjabhidhari Madhava Kunjabhidha Jaya Gopijana Valabha Girivaradhari Jaya Gopijana Valabha Girivaradhari Jaya Gopijana Valabha Girivaradhari Jaya Gopijana Valabha Girivaradha Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna tira vanachari Yamuna tira vanachari Yamuna tira vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabhidhari Jaya Radha Madhava Kunjabhidhari Jaya Radha Madhava Kunjabhidhari Jaya Radha Madhava Kunjabhidhari Jaya Gopijana Valabha Girivaradhari Jaya Gopijana Valabha Girivaradhari Jaya Gopijana Valabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna tira vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Хари Кришна. Так, сегодня мы читаем восьмую песню, глава пятая, текст 33. Да, 33. Амбхасту ядрета рета удара. Амбхасту ядрета удара вирьям. Амбхасту ядрета удара вирьям. Сидьянти дживанти ута вардхамана. Вардхамана. Лока ято атхакила лока пала. Прасида там наса маха вибхутихи. Пробуем еще раз. Амбхасту ядрета удара вириям. Сидьянти дживанти дживанти утавардхамана. Лока ято тхакило лока пала. Прасидам наса маха вибхути. Амбхасту ядрета удара вирьям. Сидьянти дживанти та вардхамана.
Локая то отхи отхакхила локапала. Прасида там на самаха вибхутихи. Дословный перевод или... Простите, пожалуйста. Преданный. Да. Кто хочет повторить? Харсту ядрета удара вирьям. Сидьянти дживанти утавадхамана. Лока ятот хила локапала. Расида табна самаха вибхутихи. Амбхасту ядрета удара вирьям. Сидьянти дживанти уттавардхамана. Локая тот хила локапала. Прасида там ят самаха вибхутихи. Матаджи. Хасту ядрита удара вирьям. Спасибо. Итак, дословный перевод и литературный перевод его божественной милости Ачхабхактивинода с вами Шрила Прабхупады. Амха – воды, покрывающие эту и другие планеты. Ту – же. Ятрета – семя которого. Удара вирьям – полная благой силы. Сидьянти возникают. Дживанти живут. Ута ведь. Вардхаманаха процветающие. Лока три мира. Ята откуда? Адха также. Акхила локапалаха. Полубоги, правители всех миров. Прасидатам. Досмилостивица. На. Над нами. Са. Он. Махавибхути. Обладающий неизмеримым могуществом. Литературный перевод. Все материальное творение возникло из воды, и только благодаря воде живые существа могут жить и развиваться. Эта вода – не что иное, как семя Верховной Личности Бога. Пусть же Господь, обладающий столь огромным могуществом, будет доволен нами. Комментарий. Вопреки теориям так называемых ученых, изобилие воды на нашей и других планетах вовсе не является результатом соединения кислорода и водорода. В шастрах воду описывают иногда как пот, а иногда как семя Верховной Личности Бога. Именно из воды возникают все живые существа, и благодаря ей они живут и развиваются. Без воды жизнь прекратилась бы. Для всех живых существ вода – источник жизни. Вот почему Верховный Господь милостиво одарил мир
таким изобилием воды. Еще раз текст. Все материальное творение возникло из воды, и только благодаря воде живые существа могут жить и развиваться. Эта вода – не что иное, как семя Верховной Личности Бога. Пусть же Господь, обладающий столь огромным могуществом, будет доволен нами. Ом Аньяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Йена Тайсмай Шри Гурувей Намаха Шри Чайтанья Манопхиштам Стхапитам Йена Бхутале Сваям Рупа Кадамагьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синдхубья Эвача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намам Вишну Падая Кришна Прештая Бхутале Шримати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштатья Дешатарине Хари Кришна, преданные, спасибо вам за очередную возможность послужить Кришне в образе его литературного воплощения и преданным и Гуру Деву. Спасибо вам большое за эту милость. Итак, в этой лекции много говорится, начнем по порядку, о воде. Итак, и вода в нашей жизни имеет бытовое понимание, да, какие-то научные есть там доводы о воде. Описывается вода в Шримад-Бхагаватам, в шастрах, есть какие-то знания о воде постичь, и как мы постигаем Бога через эту ее энергию. Итак, вода в нашей жизни. Я вот задумался, в нашей жизни вот все, ну, кроме того, естественно, каких-то бытовых вещей, да, то, что вот мы как бы пьем постоянно воду, употребляем ее в еде, все остальное. Вот даже вот просто на служение мы поднимаемся, и тут же что сразу ачаман, как бы очистить как бы все это место. Потом омываем все это место. Потом идем сразу же сами на омовение. Потом мы заходим в Пуджарскую, опять-таки водичкой все промываем, очищаем. И первое, что мы делаем, устанавливаем воду. То есть устанавливаем воду, призываем все святые реки. И каждый раз ачаман, после каждой упачары ачаман, то есть без воды вообще невозможно даже, вот, ну, по сути дела, каким-то образом поклоняться Богу. И как раз была такая курьезная история с моей супругой. Мы ехали как-то после служения в маршрутке, и она как-то мне рассказывала, она там кое-кого заменяла вечером, и пришла поздно, помощники пуджари уже ушли, они воду всю уже, ну, слили, ей пришлось устанавливать воду. И она, я ее спросил, как ты это делала, она мне начала рассказывать, что вот там так-то, так-то, я вот сначала сказал вот это, потом то, вот сделал такую-то мудру, потом призвала все священные реки, и мы только поняли, что как бы это слышат все остальные. И кто как, так странно, так посмотрели, так типа,
ой-ой-ой, типа, что-то там такое странное творится. Насколько могущественные получаются даже начинающие преданные Кришны, что они могут призывать через, ну, с помощью, естественно, да, как бы Гурудева, они могут призывать святые реки, все святые реки, то есть какие-то такие мега-трансцендентные вещи творятся. Ну да, это было, конечно, так странно для остальных. Так вот, опять потом служение Туласи Махарани. Да, в Риндадеве потом иду на Туласи служить обычно. И там тоже все, ну, как бы вода. То есть мое служение заключается в том, чтобы поливать Туласи Деви и купать ее в теплице. Вот. Поэтому, ну, как бы все наше бытовое, как бы даже служение, оно только через вот воду. И теперь немножко научные данные о воде. Более 70% земли покрыто водой. Да, как бы тут Шрила Прабхупада говорит, вот почему Верховный Господь милостиво одарил мир таким изобилием воды. И организм человека тоже наш, да, состоит тоже общеизвестный факт на 75% из воды. При этом даже нам известные существа, некоторые практически полностью состоят из воды. Ну, например, там медуза есть, да, на 98% она состоит из воды. И без воды человек, в принципе, не может прожить долго, да, как бы около там 4 дней плюс-минус. И среди самых распространенных теорий создания, как бы, мира у ученых тоже, как бы, что у них две описываются, то, что, как бы, вся жизнь началась, как бы, опять-таки из воды. Вот. Но это теории, и Шрила Прабхупада всегда блестяще разбивал все эти теории. И однако примечателен, что тот факт, что даже ученые признают важность воды, ну, естественно, на нашей планете, ну, что, как бы, в принципе, трудно не осознавать. Теперь описание воды непосредственно в шастрах, да, как бы, что говорится, как упоминается вода в шастрах. Итак, описаны свойства воды. Описание из Шримад Бхагаватам 3.26.41. Повинуясь высшей воле, огонь вступает во взаимодействие со зрением и порождает тонкий по природе объект вкуса. Из вкуса возникает вода, а также язык, который ощущает вкус. То есть, что интересно, что из вкуса возникает вода. Как-то вот интересно, вот мы без, как бы, в принципе, без воды, без слюны даже не можем ощутить вкус, трудно ощутить вкус, получается. Потом Шримад Бхагаватам 3.26.42, следующий стих. Смешиваясь с различными веществами, изначально единый вкус принимает различные формы и становится вяжущим, сладким, горьким, острым, кислым и соленым. Да, то есть, опять-таки, ну, мы кормим Господа, предлагаем просад, и сами ощущаем все эти вкусы. Да. Шримад Бхагаватам 43 стих, 3.26.43. Вода характеризуется способностью увлажнять другие вещества, способствовать смешиванию различных веществ, приносить чувство удовлетворения, поддерживать жизнь, размягчать предметы, уменьшать жар, непрерывно пополнять водоемы и освежать, утоляя жажду. И замечательный комментарий к этому всему Шрила Прабхупады. Голод можно утолить, выпив воды. Если человек, который постится через определенные промежутки времени, пьет воду, он гораздо легче переносит пост. В Ведах также сказано «апомаяха пранага». Жизнь зависит от воды. Водой можно намочить или увлажнить все, что угодно. Чтобы замесить тесто к муке, добавляют воду. Земля, соединяясь с водой, превращается в грязь. В начале Шримад Бхагаватам сказано, что вода связует
различные материальные элементы. Вода необходима для того, чтобы построить дом, поскольку без воды невозможно изготовить кирпичи или цемент. Огонь, вода и воздух являются элементами, связующими все материальное мироздание. Но самым важным из них является вода. Кроме того, полив чрезмерно нагревшуюся поверхность водой, можно охладить ее. И также описывается начало творения мира, да, как бы во второй песне Шримад Бхагаватам. И там описывается, что когда Брахма приступил к вторичному творению, в этот момент не существовало больше ничего, кроме воды и цветка лотоса, на котором он сидел и медитировал. Вот. И теперь посмотрим, что говорит непосредственно сам Кришна о воде, да, то есть известный стих из Бхагавад-гиты 7.8. Он говорит, как он... Джай, Шишинта говорит Чандра, ки джай, Шри Джаганнатх Баладев, Швадрамай, ки джай, Шисудан, Шакатапра, ки джай. Вот и Господь проявился. И как Господь проявляется в материальном нашем мире, да, как бы через материальные элементы, его как бы материальная энергия, через воду. Он говорит в Бхагавад-гите 7.8, «О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, я слог ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке». То есть вот непосредственно для обычных людей даже, кто не понимает, да, или не видит, не сознает персональную форму Бога, он может это ощутить, как бы его понять через какие-то материальные аспекты, с которыми непосредственно постоянно как-то соприкасается. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого стиха мы узнаем, как Господь пронизывает все сущее своей многообразной духовной и материальной энергией. На начальном этапе духовного пути Верховного Господа познают в образе Его многообразной энергии, то есть в Его безличном аспекте, потому как присутствие Бога Солнца, которое является личностью, можно ощутить через Его вездесущую энергию, солнечный свет. Присутствие Господа, пребывающего в Его вечной обители, можно ощутить через Его энергию, которая пронизывает все творение. И вкус – неотъемлемое свойство воды. И этот вкус – энергия Верховного Господа. Имперсоналист и персоналист оба ощущают присутствие Господа в воде через ее вкус. Но персоналист при этом прославляет Господа за то, что он милостиво дал человеку эту вкусную воду, позволил ему утолять жажду. Так оба они ощущают присутствие Господа. В сущности, философии персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. Тот, кто постиг Бога, знает, что его личностные и безличные аспекты одновременно присутствуют во всем сущем, и что в этом нет никакого противоречия. Основываясь на этом понимании, Господь Чайтанья дал людям возвышенную философию Ачинтья-бхеды и Абхеда-таттвы, одновременного единства и различия. Вывод напрашивается, что если человек не может постичь личностную форму Господа, он может видеть проявление Бога в материальном мире, да, через вот эти вот материальные аспекты. Этот уровень доступен всем, хоть и не является абсолютным и высшим уровнем, но он доступен реально всем. И опционально, то есть взаимозависимость воды и поведение человека, можем какую-то такую линию провести, то есть в Бхагавад-гите 3.14 Кришна говорит, что тела всех существ зависят от злаков, которые растут благодаря дождям,
опять-таки, да, то есть все благодаря как бы воде. Дожди, опять-таки, мы сами даже, да, там, с дождями попадаем в злаки, ну, короче, таким образом проявляемся даже мы сами, как бы, наши тела, то есть на эту планету. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, а ягья рождается из выполнения предписанных ведами обязанностей. То есть, вот, опять-таки, все это взаимосвязано. И еще здесь говорится о том, что мы зависимы мы от милости Бога. Да? И начиная как бы с предыдущего стиха, который читал вчера Вриндаране Прабху, да, вот, там тоже повторяется эта фраза, которая будет и в последующих стихах, да, вот это вот прасида там нага, на самага вибхути би, да, вибхути. Пусть же Господь, обладающий столь огромным могуществом, будет доволен нами. Вот, и как бы смысл этого повтора уже вчера обсуждался. Ну, можем чуть-чуть еще тоже как бы попытаться рассмотреть это. И Господь Брахма, что же он по сути дела говорит, да, то есть это его мольба, и он говорит о своей зависимости как бы от милости Господа. Он принимает свое как бы зависимое положение и предлагает как бы, да, то, что есть. Кстати, что интересно, что он начинает с воды, как бы опять-таки, как вот на всех наших служениях, то есть все начинается с воды, и Господь Брахма тоже начинает с воды, как бы, то есть сначала вода, воду, как бы, ну, про воду, как бы он говорит. Вот. И в комментарии к предыдущему стиху Шрила Прабхупада пишет: мы зависимые существа, но Верховный Господь абсолютно независим. И эту зависимость Шрила Прабхупада описывает в комментарии к стиху Бхагавад-гиты 7.19. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя мне, ибо он понял, что я – причина всех причин, все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. И комментарий. На первом этапе духовного пути, когда человек пытается освободиться от материальных привязанностей, он обнаруживает склонность к имперсонализму. Но, поднявшись на более высокую ступень, понимает, что духовная жизнь полна разнообразной деятельности, составляющей преданное служение Господу. Осознав это, человек развивает привязанность к Верховному Господу и предается Ему. Тогда он понимает, что милость Господа Шри Кришны есть все, что Кришна – причина всех причин, и что материальный мир во всем зависит от Него. И такая душа встречается очень редко. Таково видение того, кто обрел трансцендентное знание. Он видит, что все, что меня окружает, это милость Бога. Поэтому, опять-таки, если учесть, что все, что, чем, грубо говоря, мы являемся, что мы используем в нашей обычной жизни и в нашем служении, абсолютно все, это просто милость Бога, и как, ну, если учитывать то, что мы слуги, еще непонятно, да, действительно, кто кому больше служит, вот, то есть кто кому как бы, ну, действительно больше слуга, скажем так, то есть, и мы можем только отблагодарить как бы, да, как бы Кришну, как бы. Вот. И молитвы, в принципе, вот все опять-таки молитвы начинаются с выражения своего смирения Богу, описывая величие Бога. То есть, и мы вот опять-таки, как, перед тем, как зайти в алтарь, да, как бы то же самое, сначала читаем
настройки все, да, как бы, что все, что мы делаем, это по милости гуру. И перед тем, как зайти в алтарь, мы опять-таки прославляем сначала Господа, да, там, о Господь, ты верховное существо, старейший, короче, и прославляем его, и чтобы он, как бы, и потом только начинается опять-таки наше служение, вот. И после нашего служения, опять-таки, мы когда читаем очистительные тоже мантры, там тоже мы прославляем Господа и опять-таки просим о милости, что вот Господь, ну, мы понимаем, что наше служение, оно несовершенно, и ну, что ж, мы там что-то попытались сделать, но, пожалуйста, пусть по Твоей милости, как бы мы, памятуя о Тебе, это будет завершено. Даже то, что вот мы для Тебя делаем, как бы, ну, постарайся сам как-то еще это завершить, как бы. Вот, то есть полное, как бы, уповаем на полную милость Господа. И потому что преданный понимает, что все во всем зависит от Его милости. И в принципе, чтобы вступить в отношения с кем-то, нужно избавиться от своего эгоизма. И Бхактивиньяна Госвами Махарадж объяснял в обзоре Шримад Бхагаватам, что в молитвах слово «проси дата» – это обобщенная просьба о милости, когда нет никакой конкретной просьбы. Еще Махарадж объяснял, что мы не сможем просить о милости сразу, нужно сначала показать свою зависимость. С этого начинается наше отношение с Богом. И Господь нас обеспечил уже всем, в принципе, необходимым. И в комментарии Шрилы Прабхупады к Бхагавад-гите 15.12 говорится, что каждый из нас видит солнце, луну, огонь, электрический свет. Нам остается понять, что источником солнечного света и света луны, света огня и электричество является Верховная Личность Бога. Такие представления о жизни стоят у истоков сознания Кришны и дают обусловленной душе прекрасную возможность для духовного развития в материальном мире. И когда мы поймем, что свет и сияние солнца, луны и огня исходят от Верховной Личности Бога Кришны, то с этого момента в нас начнет развиваться сознание Кришны. Таким образом, мы сможем понять, что живем милостью Верховной Личности Бога Кришны. И все это делает Господа, получается, все благим. Да? А живые существа должны поклоняться Ему. И тут может как бы такой появиться вопрос, что ну, мы строим отношения, и можно ли построить наши отношения на зависимости, получается. Ведь из нашего опыта как бы зависимость – это ну, как бы не очень приятная тема. Вот. А любовь без свободы невозможна. И определение самой зависимости – навязчивая потребность совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные последствия. То есть человек совершает пагубные действия вопреки своей воле. Это рабство. Можно в таком случае сделать вывод, что Брахма оказался в рабстве у Бога, он лишил его свободы, но нет. Кришна обеспечил нас всем необходимым. Он дал нам возможность ощущать вкус, дал нам свет, воду, еду и все остальное, и так далее. Да, способность удовлетворять наши чувства и прожить каждый свою жизнь, как он, в принципе, хочет. Но при этом он не посягает на нашу независимость, не эксплуатирует, дает выбор. Да? Потому что Кришна хочет близких, любовных отношений с живым существом. А свобода – это, в принципе, центральная ось преданного служения. Без него невозможно преданное служение. Любовь строится, в принципе, на свободе.
И в нашей обычной жизни, вот если мы там не... Получается, мы пользуемся всеми благами Кришны в этом мире. И если мы чем-то пользуемся, то за это надо платить. По-любому. Каким-то образом. Услугами, деньгами, чем угодно. И получается, да, если ты чем-то пользовался и не заплатил, что будет? Ну, как минимум, больше этого не будет. Вот. Однако Господь, независимо от того, благодарим мы Его, не благодарим, там, служим мы Ему, не служим, Он все это предлагает всем нам. Всем, начиная там, от муравейчика, бомжа, там, собаки и святого. То есть Он всем все предоставляет постоянно. И не рассчитывает на то, что вот сейчас Прабу там, Федя меня начнет прославлять. Вот. И с этого момента начинаются наши отношения с Богом, с благодарностью. Любовь – это дар, но благодарность – это то, что мы можем практиковать. Неблагодарный человек никогда не удовлетворен. И наоборот. И Госвами Махарадж называет благодарность матерью смирения. Поэтому Брахма не говорит, что Господь ему все дал, и теперь он раб. Брахма говорит, что он благодарен за все, что получает, за то, что Кришна уже выполняет желание. И я ощущаю зависимость, потому что я благодарен. И Радханатха Госвами Махарадж, он говорит, только в благодарном сердце может проявиться любовь. Но обусловленная душа не ценит этих даров. Она сама считает себя Богом. Считает, что все ему должны. А все, что есть, воспринимает как должное, гордый, не способен благодарить. Он гордится, что обладает чем-то. И Радханатха Свами Махарадж говорит также, что благодарность неразрывно связана с ощущением нищеты собственной. То есть мы понимаем, что у меня ничего нет, мне ничего не принадлежит. Я что-то получаю, когда я что-то получаю, я испытываю большую благодарность. И тогда человек становится счастливым, когда преданный полностью предается, полностью зависит от милости. И Бхагавад-гите, да, как бы 4.11, Кришна сам говорит, что как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Еще это как бы мы можем пронаблюдать в диалоге с Господа, с Дурвасой Муни, когда он говорит, я полностью нахожусь во власти своих преданных, у меня нет независимости. Почему? Потому что, опять-таки, отношения основаны на любви, на благодарности. Вот. И в Шримад-Бхагава там 9.4.68 чистый преданный всегда говорится, что чистый преданный всегда в моем сердце. А я всегда в сердце чистого преданного. Мои преданные не хотят знать ничего, ни о чем другом, кроме меня, а я не знаю никого, кроме них. И таким образом мы все в неоплатном долгу, опять-таки, в первую очередь перед нашим Гурудевом, перед Шрила Прабхупадой. Мы никаким образом не сможем даже на маленькую толику как-то воздать как бы за этот дар, но мы можем быть благодарны и через наше служение и пытаться как бы его благодарить. Тем самым мы вот развиваем отношения с Гурдевом и с Кришной.
Пожалуй, на этом я остановлюсь. Хари Кришна. Может, у кого-то есть дополнения, вопросы? Да, Мадхукар Прабу. Хари Кришна, спасибо большое. Спасибо. Хотел поинтересоваться, Мадхукар Прабу. А вот этот момент, ну, если можно, вот любопытно, когда вот мы используем воду во время пуджи, вот, помню, да? Когда вот мы ачиман делаем, мы произносим мантры на воду и мы ее пьем. Вот, почему именно вода? Или вот мы, допустим, очищаем тоже водой. Ну вот мы это делаем, но, может быть, там есть глубокое объяснение какое-то этого момента, почему именно вода используется. Хороший вопрос. Почему именно используется вода? Я думаю, на этот вопрос лучше может ответить там Кришна Прабху или Вриндараня Прабху. То есть это очень глубокий вопрос, почему именно вода. Ну, потому что, ну, лично я попробую сначала поспекулировать, а потом ответить авторитетно. То есть даже ученые как бы, да, доказали, что вода, она как бы пронизывается вот вибрациями звука. Вот, и она как бы даже молекулы воды, они обретают, ну, какую-то конкретную форму. Вот. И даже они это выкупили, в конце концов. Поэтому вода – это как такая, как бы, ну, проводник, что ли, непосредственно, ну, какой-то такой духовной вибрацией. Ну, это моя такая, как бы, простое объяснение, а теперь выслушаем правильное. Можете повторить вопрос? Итак, почему, ну, Мадхукар Прабху уже ушел, почему именно вода, Мадхукар Прабху, правильно, да, я говорю, почему именно вода тот проводник, через который мы как бы все очищаем? И смотрим на воду. Когда мы заколдованы, да. Не, ну правильно, потому что вибрация входит в воду и таким образом одухотворяет воду. Вообще вода, вот даже когда, ну, там ягья совершается или призывают божеств, то вода, в которую вошли вот эти мантры, она считается неотличной от той личности, которую мы призываем. То есть эта техника в ведах очень широко используется. Сосуды с водой, в которую призваны мула-мантрами вот эти личности, они им поклоняются так же, как этой личности, как божеству. Вот, то есть, ну, вообще вот эти элементы, огонь, вода, они являются как представители. Вот, и когда в них мула – это корень, вот, когда суть этой личности в виде вибрации входит в воду, то эта вода, она становится неотличной. Ну, она как представляет эту личность, я так понимаю. А у меня тоже вот вопрос такой, но он очень похож на этот, но просто вот по стиху. Там говорится, что все материальное творение возникло из воды. Как, и вот как это понимать? Ну, там в принципе, в комментарии и описывается, что сейчас... Да, что это, по сути дела, это семя Господа. И как да, из любого семени возникает вся жизнь там, в растительном мире, в морском нашем и в любом мире, да, как бы все через воду, все через семя, как бы это. И по сути дела, это вот такая вот концентрат жизни, как бы проводник
такой вот энергии божественной. Ну, как я это понимаю, то есть тут из комментария это вот так вот вроде описывается. Ну, там, когда описывается творение, то говорится, что взгляд Господа оплодотворил материальную природу. То есть живые существа вошли в творение через его взгляд. Почему? Ну, вода, семя, да. Ну, это ответ. Ну, оно как бы, как я понимаю, какая-то последовательность идет. И в этой последовательности вот таким образом как бы ну, в какой-то момент участвует в цепи этой вода, как бы как проводник. Ну да, вот вы говорили, что вкус порождает воду. Ну, это не я, это Шримад-Бхага, там так говорится, да. Да вы да. Упомянули, да. Да. А и почему так? Да, Мукунда Гауранга Прабху. Есть хороший ответ. Ну, когда Шриле Прабхупаде задали вопрос ученые, а где взялись эти звезды? Шрила Прабхупада говорит, а Кришна просто нарисовал их. Кришна просто их нарисовал. И преданные стали спрашивать, Прабхупада, а что вы так ответили? Что вы ненаучно им ответили? Они все равно не поверят, говорит. Все равно не поверят. Но мы-то преданные, мы пытаемся быть преданными, да? Это означает, что мы должны принимать какие-то вещи на веру, и со временем нам откроются все вот эти, в деталях откроются. Потому что сейчас тяжело, ну, говорить, ну, тут говорится, что вода – это семя, Бхагавата, это же Бхагавата там говорит, правильно? Вот, а как это он смотрел, там все как-то связано, но со временем оно, по идее, должно открыться. Это не так просто. Я хотел задать вопрос по поводу, как связан этот стих с Санкиртаной. Ну, стих очень сильно связан с Санкиртаной, просто вы воду лили, как говорится, воду лили, а как в народе говорят, ну хватит уже воды, давай о главном. Давай суть. И вы просто вот воду лили, как бы все про воду сказали, что она же. Кстати, вот ответ на ваш вопрос, Матхукари Прабху, есть такой фильм «Живая вода» называется. Посмотрите его, поймете. Там говорится, что вода, она имеет свойство, как винчестер, да, записывает информацию. Точно так вода, она записывает информацию. И вот она, так как она записывает то, что Вриндаране Прабху сказал, да, она запоминает, то есть входит туда божество, и оно. Ну, я просто задал вопрос уже. Не, это я дополнение по воде. Можете дополнить? Как стих связан с Санкиртаной, я хотел узнать. Ну, как мое понимание, что, как, что вода – это как бы источник всей жизни и проливает жизнь на все, так и Махамандра, когда мы идем проповедовать, да, как бы, она заполняет собой все и дает милость всем и каждому, как и вода. То есть дает жизнь всем, и буквально все возрождается, вне зависимости от того, даже персоналист, имперсоналист, верующий, неверующий, и даже не, ну, как бы, не живые да, существа, скажем так, все, короче, все получает благость, милость, все получает пользу от этого. Очищается. Мы поем каждый день. Что духовный учитель из океана милости гасит, берет эту воду и да. Гасит огонь материального. То есть огонь вот эта вода, да. Это не просто материальная вода, это вода милости. Да. И второй момент, что пищей для души что является? Святое имя, правильно? И вот эта вода, она сравнивается со святым именем. То есть это сама суть нашей жизни вообще. Питание для души – это вода милости. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошо связали, спасибо. Да-да, у меня там был ну, такой вопрос, как бы я еще размышлял над тем, что почему-то, да, вот помним из истории, что если, допустим, индуса считается мусульманин, обрызгал водой, то он уже оскверненный. Да, он же считается оскверненным, да. Ну, то есть, как вообще может обрызгивание водой повлиять на судьбу человека? И вот, или же, допустим, вот мы, допустим, очищаем предметы тоже водой, мантрами. То есть как, ну, этот момент, то есть мне очень любопытен, почему вот такое соприкосновение с водой, вот оно вот может настолько поменять судьбу, допустим, грязных овощей сделать чистыми, или там продукты, или вещи.
вещи, вот, или там, допустим, чистые сделать грязными. Дается, да, информация, моментально впитывается, мы тоже состоим из воды, это сразу воспринимается, короче, вот такое происходит. Не путайте предрассудки какие-нибудь людей, выдуманные религии, с какой-нибудь, давать им какое-то объяснение, не надо. Просто это было такое представление. Вода сама по себе, она обладает природой смешивания, то есть в воду вложена энергия, она смешивает все элементы, практически она может их разбавлять, с помощью воды разбавляются все элементы, земля и так далее. И благодаря этому, так как она отвечает за вкус, слюна, которая, мы берем какой-нибудь элемент в виде там персика, то слюна, она обладает этим свойством, почему она разбавляет, и благодаря этой воде передается этот вкус, ощущение этого вкуса. Мы получаем вкус этого элемента, потому что она имеет способность расщеплять. Да, спасибо вам. Смешивать, да? Смешивать. Угу. Я не помню, какую вторую песню, да? Пуруша захотел испытать вкус, и появилась вода. То есть там все творение происходит таким образом, что сначала появляется у Пуруши желание, а потом появляется объект, который может удовлетворить это желание. То есть все творение таким образом возникает. И в принципе, вот тоже, почему вода, почему из воды возник весь материальный мир, потому что мир возникает в ответ на желание живых существ. Ну, есть даже такое выражение, что вот материальные и духовные миры, они, ну, материальный мир является отражением духовного в воде желаний. Ну, по крайней мере, я слышал это выражение от Рамарупы, когда мы проходили у него Бхакти-шастры. То есть вот эта вода желаний, она является, ну, желание является причиной проявления материального мира, где живые существа могут реализовать эти желания. Вот. И потому вот этот вкус, то есть вкус фактически это то, что ведет нас по жизни. Человек счастлив, человек, если он может удовлетворить свое желание, вкус. То есть нас ведет вот это вот, что нам нравится. Что такое вкус? Это то, что нам нравится. Вот. Ну, это такие спекуляции. Вот почему здесь говорится о том, что мир возник из воды. Фактически желание живых существ. То есть мы делаем этот мир таким, каким мы хотим, чтобы он был. Наше желание приводит именно к возникновению этого мира. Это уже когда Брама говорит, он говорит о вторичном творении. Что является водой, вода является основой или как бы изначальным семенем Господа, из которого уже прорастают или появляются другие живые существа. Там они будут объясняться перед этим стихом. Вы же читали, по-моему, четыре вида людей из яиц, из пота. Все это связано с семенем или с водой всегда. Даже когда полубоги падают, они падают через воду. То есть так, это касается вторичного творения. Первичное творение, оно немножко более тонкое. Прасидата на самага вибхути. Гранда Радж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.